Андрей Тынков в социальных сетях «Одноклассники» позволил себе в сентябре прошлого года под фотографией сотрудника Светлогорского РОВД разместить информацию, порочащую честь и достоинство представителя правоохранительных органов. То, что негативные комментарии увидят тысячи пользователей, Андрей не мог не знать. А вот о статье либо действительно не видел, либо понадеялся на фортуну. Что же послужило толчком для злого умысла? И как расценивает обвиняемый свое деяние сейчас? Вопросы остались без ответов, хотя в суде Андрей вину вроде как признал, раскаялся и даже написал покаянное письмо на адрес Светлогорского райотдела милиции. Возможно, это смягчило, но не исключило наказание. Согласно заключению эксперта, данный комментарий был выражен в неприличной форме и носил негативную оценку именно личности самого инспектора. Данные деяния были квалифицированы органом предварительного следствия как уголовно наказуемое деяние. С учетом доказательств, которые были представлены стороной государственного обвинения в судебном разбирательстве, данному гражданину был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год и 6 месяцев. Кроме этого, оскорбленному сотруднику обвиняемый выплатит 1500 рублей за моральный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.